Абсолют. Но продолжаю кучу обзоров про кучу ножиков, которых я себе купил. Опять Cold Steel, Canadian Camper, такой вот траппер ножик, если я правильно понимаю, такой тип ножей называется. Коробочка такая же типичная. Тут у нас всякая по гарантии, трали-вали. Реклама какого-то мужика толстого, рубящего канаты. Ножны, кордура, прошивка плотная, три клепки. Здесь расклеп, помимо прошивки еще имеется в виду клепки. Петля подвеса на ремень, тоже синтетическая полимерная лента. Все довольно-таки надежно, все подогнуто. Никаких ниточек, несмотря на то, что, конечно, Made in Taiwan, трали-вали, то есть, в принципе, бренд за качеством следит. Здесь вот эта вставка в ножнах по низу. Это идет там какой-то дополнительный материал, который предотвращает резку лезвием. Сейчас глянем. Фокус будет рожать полчаса. То есть видите, да, что там дополнительная вставка из какого-то материала. Я уж не знаю, что это. Какая-то пенка плотная. В общем, может быть, это эва или еще что-то. Короче, чтобы не резало нитки там и прочую проставку. Такие вот у него ножны. Сам нож. Та-дам! Так, да, вообще классное впечатление создает. Вот реально его можно даже на кухню взять. У меня хоть жена и далека от всяких этих тем, но ей очень понравился. Такой необычный, довольно-таки маленький. Даже на кухне он будет практичным за счет того, что у него рукоятка вынесена вверх. То есть, в принципе, что-то покромсать или порезать весьма прикольно. Ну и то, что он такой довольно-таки компактный. Здесь у нас Canadian Belt Knife. Трейдмарк вот там справа в уголке стоит еще. Сталь здесь идет германского стандарта, то ли 21-46, то ли что-то в этом духе. То есть это сталь, которая в интернете пишется, используется для всяких там хирургических инструментов, ну, где повышенный стандарт стерильности требуется, что-то в этом духе. Ну, типа, короче, как бы нормальная нержавейка. Ну, пойдет. То есть, в принципе, что от него требовать. Так вот он сточен, сведен, сполирован. В принципе, здесь выступ неплохой. Дополнительный упор для пальцев, чтобы себе ничего в салат не добавить, от себятины никакой. Рукоятка в такой эргономике выполнена, с небольшим сечением. В принципе, она жесткая. Это полиэтилен, насколько я понимаю, просто полиэтиленовая ручка. Из мелких косяков только по шву немножко заусенцев, но кому перфекционист, то тому можно просто заполировать и все такое. Ну и сама текстура немножко такая, типа, а-ля древесная порода, здесь под темляк дырка. Ну, в общем-то, исполнено неплохо, к тому же, ну, сейчас они, конечно, подорожали, но вот мне этот нож, грубо говоря, за рубль достался. По сегодняшним ценам, как бы, ну, подарочная цена, поэтому, в принципе, я считаю, что вполне нормально. Такой вот нож Canadian Camper Cold Steel. Ну, ладно, всем пока.